Этот самолет только вернулся из Краснодара и уже через час снова поднимется в небо. В зале ожидания первые пассажиры рейса Брянск-Сочи. Прямое авиасообщение с Черноморским побережьем будет доступно жителям города все лето. Это 100-местный самолет, 88 человек проданы билеты. Я думаю, что жители города Брянска на праздники посетят город, и у нас будет выполняться рейс по вторым и шестым дням недели. Давно востребован данный рейс. Я думаю, что он оправдает себя. Мы посмотрим, как будет наполняемость. И я думаю, с авиакомпанией, если будет нормальная востребованность, будем обговаривать вопрос по круглогодичному сообщение между Брянском и Сочи. Рейс выполняет самолет «Сухой Суперджет-100». Весь полет займет чуть менее 2,5 часов. Пассажиры отмечают, экономия времени колоссальная. Конечно, удобнее. Да, до суток это экономится, если учесть то, что добираться из аэропорта в аэропорт. С детьми, особенно вот внука, везем на море первый раз. Это прекрасно. Спасибо нашему руководству. Губернатору спасибо. Рейсы в Сочи будет выполнять авиакомпания «Азимут». Первому пассажиру, прошедшему регистрацию на борт, подарок от перевозчика. Сертификат на бесплатный перелет по любому из доступных направлений. Спасибо большое. Очень приятно. Покажите нам. Спасибо. Решили отдохнуть на майские и просто прогуляться с семьей. Очень рады, что есть такая возможность. Буквально 2 часа, и мы уже на месте, на морском побережье. Правительством области и руководством Брянского аэропорта ведутся переговоры по авиасообщению города с Минеральными водами и Казанью. На 13 мая уже запланирован стартовый рейс из Брянска в Анапу, а 14-го первые пассажиры отправятся в Симферополь. Валерия Бурносова, Иван Зюрев. События, Брянск.